Всем привет, друзья! Вечер добрый, кто к нам только что присоединился. Друзья мои, это финальная встреча DreamHack Open Summer 2017, а именно второго игрового дня. А до финалов у нас еще есть время, а именно завтра. Команды Fnatic и команда Gambit встречаются за право побороться за место под солнцем, а именно за полуфиналы со мной вместе. Комментирует Андрей Анишарит, также меня зовут Олег Мингот, студия Рухаб. Всем еще раз привет, кто вообще за матчами не следил. Андрей, тебе большой-большой добрый вечер. Да, и вам, дорогие зрители, в том числе. Это матч за выход с группы Б в плей-офф, между прочим. И, к слову сказать, БО3 противостояние будет у нас на трейне. Инферно, и как ты думаешь, какая третья мапа? Я даже стесняюсь спросить. Нюк? Да, нет, именно слишком... он и... О! Это у них кто, да? Классно, я сегодня тоже вангую. Я все пытался посмотреть на шоу-ТВ, что там творится по картам, но мне до последнего это не показывало, но, видимо, уже информация появилась. А у нас вы в раунде пистолетном. Фнатики только за счет одного Олафмейстера справляются с тремя игроками команды Гамбит, и Олафу нужно делать эйс, чтобы победить... Гамбитов, выбить бомбу, у него есть набор китов, но поведутся ли на это гамбиты, очень непонятно, нет. Олафмейстер просто скрывается и хочет забрать себе еще побольше фрагов. Олафмейстер пытается аимить, но Моу не приступен, хотя нет. Все-таки отдаются все. Гамбит забирает себе первый раунд. Карта до трея начинается в пользу казахско-украинско-русского коллектива. Да, и между прочим, до трея взяли именно гамбиты. Так что, в принципе, карту эту они сегодня практиковали, выиграли счетом 16-11 в матче против. Вот всегда забывая матч сегодняшнего дня. Вот что у нас сегодня было? Гамбиты играли у нас за лузерский матч с кем? А гамбиты у нас с Клауднайнами. С Клауднайнами, да. Мне же там одолели их, и потом уже пошли дальше. Все верно. 16-12 выиграли. На трейне были проблемы. Сейчас с Фнатиками посмотрим, насколько все изменится. Я думаю, что по идее парочку раундов, ну, должны были справить гамбит, и в целом их атака будет смотреться очень-очень интересно, нежели защита, а вот за сити сайт там уже ручаться будет довольно-таки проблематично. Ну, попытаются. Гамбиты сегодня неплохо поборолись, и, в принципе, да, было обидное поражение от CLG, но там парни были достойны из североамериканского дивизиона, так что гамбиты должны нас сегодня удивлять. Олаф удивляет дважды головошотами, забирает и Хоббита, и Моу, теперь уже 3 в 3. Девайс можно подобрать, но Деннис также с дигла отрабатывает отлично. Ну, конечно, Олафмейстер — это отдельная тема. Вчера он нас и очень сильно огорчил и порадовал во второй карте. Вот посмотрим, в какой сегодня форме он на Досе. Справились с Кримзом. Ситуация 2 в 2. Калашников поднимает Дося. Ну и Джеспер. Джеспер уже здесь. Джеспер готов убивать. Есть у него молотов. И, в принципе, не должны Адрен отпускать. Хотя нет, Адрен упрыгивает. И бомба на руках имеется. Можно и поставить 30 секунд времени. И сам теперь GV пройти туда не может. А самое-то главное, что GV отправился в позицию верхней, задумывая, что товарищ идет на асайт, но Деннис был перед парапетом, и он получает минус 40, в общем-то, целом, ну и нужно Адерну сейчас ни в коем случае не подставляться, все-таки шведы, но с девайсами на руках могут поставить очень жестко, а тут еще и пистолет у Денниса тоже очень-очень опасный в его руках, но и он пока что не попадает. По Адрену бомба стоит над Урена, между прочим, он может спокойно тянуть время, сколько ему будет угодно, хотя, ну да, GV уже как бы дефузит бомбу, и Адерн его вряд ли увидит, забираясь лишь только на девятку, удастся что-либо сделать, и промахнулся, лучше бы поставил вниз, так бы точно не дал бы раздефузить бомбу, но вот видишь, форсбай заработал, но, безусловно, на ошибке вот такой вот с бомбой, не знаю, то ли это заготовка, то ли что, но Адерн явно не успел забраться на девятку, да и, в принципе, перестрелять своего оппонента. Да, посмотрим, как это будет дальше работать. Вот гамбитов, бомбу поставили, деньги у них будут иметься на следующий раунд, так что Фнатикам главное сейчас самим не отдаться. Какой интересный молотов был ошибочный, Кримс так помотал головой, что за фигня, только второй раунд, третий, я уже ошибаюсь. А тем временем Адрен отвечает в стиле Олафа с Desert Eagle. Неужели гамбиты тоже попытаются одолеть оппонентов на своем форсбай, даже не форсе, тут такой полубай с недефолтными пистолетами, ну и Адрен просто шмаляет в попытке кого-то найти. Деннис АВП уже находит Адрена, и все-таки Олаф тоже обменивается любезностями с Адреном. В принципе, практически в двух раундах показали великолепные выстрелы и работу с Desert Eagle.
Здесь начинается уже работа за стрелом от команды Гамбит, потому что они, по сути-то, вещей делают своеобразные. Форсбай, да, ну, казалось бы, в чем была проблема предыдущего раунда, понятно. Сейчас же медленный выход, и я думаю, что Fnatic с девайсами должны смотреться гораздо интереснее. Зевс уже его типичные полеты на базе Б, Молик на дефолтный выход, ну и минус от Дениса. По досе размен от Зевса в тот же момент. Зевс близко к парапету в коннекторе в виде двух товарищей. Денис на сети в упоре попадает по Зевсу. Это 3 в 2. Ну а Моу вместе с Хоббитом имеет 2 дезертегла без какого-либо армора. Лишь только установленную бомбу могут себе занести в преимущество. И знаешь, это преимущество просто уничтожается за считанные секунды. Да, но все-таки девайсы смогли поставить бомбу, значит, гамбиты имеют еще плюс 800 долларов себе в копилочку, могут позволить себе бай, оставить еще немного денег на последующие возможные закупки, поэтому, ну, в принципе, почему бы и нет, хотя нет, у них как раз-таки хватает аккурат еще на снайперскую винтовку для Моу, без армора, правда, в этот раз. Но Моу мы вчера видели со снайперским девайсом и сегодня видели, и он с ним был просто богоподобен, если бы не Моу, то, возможно, бы... Игра против Cloud9 была бы не так сильна. Конечно, отличился там и Зевс, не хватало в некоторых моментах Адрена, Дося был великолепен, но Хоббит где-то вот просто выполнял свою задачу и сыграл тоже там КД плюс-минус в единицу вышел у него. Ну и по итогу, очередные девайсы при счете 2-1. Начало может быть положено очень хорошее как за Fnatic, так и за Gambit. Здесь, в принципе, ситуацию, которую вырулить пока что еще вполне себе реально. Если сливает этот раунд Fnatic, то они будут без экономики на следующий. Если сливает, конечно же, Gambit, то там также не будет экономики на последующую закупку. В принципе, даже если подумать, то быстрый выход мог бы помочь Гамбит справиться как минимум с тем, что на базе Б всего лишь один игрок флюша. Рано или поздно защита поймет, что выхода пода, ну, вряд ли предвидится. И тут, ну, начнется небольшое рубилово уже в районе коннектора. Ну, а пока флюша спокойно контролирует 33, и к нему туда выходит всего лишь, ну, или даже не выходит, а просто стоит Зевс, и много игроков Гамбит вышло именно через нижнюю линию, и Олаф забирает Адрена, умирает разменят, мол. Ну что, бомба будет установлена в кратчайшие сроки. Gambit Gaming вновь попытаются забрать себе раунд. Пока все очень даже ровно. Fnatic взяли себе 2 раунда. И то гамбиты в каждом из этих раундов ставили бомбу. Соответственно, у них вышло то, что мы видим сейчас. Бай Моу отличился минусом. Но, опять же, у него нет армора. Если влетает цемки хедшот, то, скорее всего, теряем снайпера команды Gambit. Дося! Ноги! Дося, береги ноги с молоду, но все-таки справляется с одним. Тут же еще ему помогает со своим снайперским прицелом. Ну и Хобби также отличается. JV подлавливает Зевс. Нужно выбивать девайсы максимально. И Моу добирает Джеспера. И теперь уже 2-2. Ответный хороший бай от гамбитов. Фнатики без денег. Фнатики будут, наверное, даже форсить. Хотя, да, наверное, стоит даже форсануть. Это в их стиле, они могут попытаться. Да, так они Более делают, эмка появляется. Да-да-да. Но там было 1500, так что даже если бы сохранили Fnatic деньги, не хватало бы на бай, а там 4000 можно, в принципе, рискнуть. Тем более, что есть арморы, какая-то раскидочка неплохая, флешки, дымы, можно попробовать с этим и поиграть. Ну, так это уж как пойдет. Посмотри-ка, поджимка под базы Б от Олафмейстера. Может быть реализована как минимум на одного Зевса, но там Хоббит, который должен подстраховывать своего тиммейта, ну и капитана... По большей степени замечает голову, также и Хоббит заметил, скорее всего, парадар уже Олафа, и Олаф с хаешки, с маком, прошу прощения, пытался откинуть себе на отход, но вряд ли его здесь уже отпустят, если только флюша не подможет, и, оу, Зев забирает Олафмейстера, размена по хаешками, и вот тут, по идее, сейчас гамбиты должны выходить, почему бы и нет, на Б убрали одного, вперед. Да, можно пройти, учитывая, что есть 2 фармгана, которые потерять не так обидно. Тем более, что будет еще в хелпе тиммейт, который сможет разменять. Можно даже выйти, не потеряв свою жизнь, но опасаются апдауна, пожарка там полыхает огнем. Все-таки уже 2 на Б-планте. Если бы гамбиты реально побыстрее спроектировали свою атаку, теперь уже Хоббит с UMP-шкой, перебросили девайсы. Адрен пошел, Денис хороший. Хедшот, флюша принимает на верхнем, и теперь уже 3 в 4, ситуация меняется кардинально для гамбитов, не в лучшую сторону, флюша с чешкой, как Дося выходит, и, честно говоря, мог бы даже погибнуть, залети патрон в голову, но повезло, повезло в этом моменте, времени 20 секунд, нужно выходить уже решаться, Моу на нижней барже, но
Нужна помощь тиммейтов. В одного снайпера тут уже не выйти. Номер один, Кримс, не решит, это может быть план Б. Перемещается на точку А. Теперь уже нужно идти, Деннис. Ой. С Дезерт Иглом. И, больно. Там Дося упал, очень высоковато было для него, я думаю. Ну да ладно, минус есть от Хоббита, размен от GV. Причем выбивает он именно ту самую бомбу, а времени нет. И Хоббит проигрывает номер 5. Раунд под номером 5. Это вот обидно. Это обидно, когда вот самый последний момент бомбы ты вот уже считал, что поставил там последние миллисекунды, и тут врывается GV, Дратути, и как бы минус бомба. Поэтому ничего не поделаешь. Да, поздние тайминги, и все-таки девайс от GV сработал. Энка не дала поставить бомбу, еще и двоих там набрил. Да, конечно, потом потерял свою жизнь, но по итогу все равно раунд с Фнатики затащили, и у нас опять же качели. 1-2, 2-2, 3-2, и сейчас, если Гамбит еще возьмут, то это, наверное, будет самая равная встреча, или хотя бы даже начало этой встречи за сегодняшний день, потому что такого у нас еще не было. Обычно у нас были какие-то перевесы по счетам, и потом уже команды начинали набирать обороты, 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 и все тут было понятно. Адрен погибает, был у него Desert Eagle, есть на руках у команды Гамбит один калашников, SSG 08 у Моу, ну и пистолеты плюс 3 гранаты еще осталось у Гамбит Гейминг. Ну и по идее такие раунды они уже реализовывали сегодня. Может быть даже прикинут парочку похожих ситуаций. Но на данный момент один минус для команды Fnatic. И даже два минуса без единого размена со стороны Гамбит. Это очень печально, учитывая, что девайс у них далеко не топовые. Да и в принципе, ну, меньшинство на большинство реализовывать очень сложно. Попытаются хотя бы как-то, но уже не пытается Моу, хотя Хоббит с девайсом реализует один фраг. Крим здесь хп, Джеспер 13, опа, тут уже GV поджал, и все, шансы Хоббита все меньше и меньше. Бомба, конечно, есть, но тут из пожарки будет работать Олаф, и тут еще перекрестный огонь организует Фнатик, и просто зажали со всех позиций фронтов последнего игрока команды Гамбит, поэтому нужно делать экономически, даже бомбу не дали поставить, ну и Фнатики, Олаф Мейстер, Макс 7, ох, сейчас что-то будет против экономического. Может Олаф где-то очень неплохо сработать, может быть даже в упоре на нижнем, и там пособирать урожай. Все-таки по 900 падает, это очень и очень добротная сумма на дальнейшие раунды. Ну, что касается фармганов, то ребята действительно показали нам хорошие приемки на своих раундах, и теперь уже поджимая базу Б, Гамбиты теряют свою численность, просто ряды просто редеют, не знаю, что с этим делать. Ну, наверное, простой экономический раунд, он дает о себе знать в любом случае, но, с другой стороны, хотелось бы увидеть парочку девайсов, и вот он уже Лофт Мейстер с Максимым, который под базой Б делает 3 минуса, и ничего ему не мешает делать минус в прыжке. В принципе, Зевс так вообще убил врага под флешкой, то есть, ну, все пока что под контролем. Но что касается атаки Гамбит, я боюсь, что сейчас на трейне у нашего-то коллектива будут проблемы. Если они в атаке сейчас ничего особо показать не смогут, то в защите вряд ли что-то мы с тобой увидим после сегодняшнего трейна против Cloud9. У Cloud9 там все было схвачено, я боюсь, что у Fnatic аналогичная ситуация. Хочется видеть в любом случае борьбу. На сегодня все карты прошли со счетом 2-0, 2-0, 2-0. И как-то очень было бы, кстати, посмотреть на что-то очень интересное. Флюша забирает уже двоих и еще очень сильно бьет игрока под номером 9. Это Адрен. Даурен страдает. Флюша уже трипл килл в одного на пленте Б. Никто ему не помогал, просто сам. Но Адрен угомонил снайпера коллектива. Фнатик, но все-таки это не мешает шведам брать шестой раунд для себя и просто выбивать гамбитов полностью. Почему не дали смоук под снайпера? Вообще, это же позиция, которая должна просматриваться в первую очередь. Но фраг, прострел, потом еще флюша смещается, и никто ничего не мешает. Это очень странно. Тем более, что знали, что есть снайпер сверху. Могли бы хотя бы на низ кинуть смоук, чтобы можно было пробежать за вагоны, флешку. Да хоть что-нибудь, гамбиты какого черта. У гамбитов вообще игра не клеится. Боюсь, что вот эта вот пауза затяжная, которую Фнатики, ну, держали якобы под проблемой с наушниками. Может быть, они что-то приготовили, демки лишний раз пересмотрели и поняли, что надо делать. Команда Гамбит на трейне. В любом случае, пистолет с арморами. Врыв на мидл от Адрена и реализован по минусам Лафмейстера. Ну, и в итоге нужно как-то с этим делом разбираться. Есть большинство. Базу Б, кстати говоря, открывают гамбиты. Говорят, здесь чисто. Но вот Флюша может эту ситуацию исправить. Попытается. Флюшка отработал отлично в прошлом раунде, но сейчас его зажимает с двух сторон. Флюша отлично отрабатывает в паре с Деннисом. Деннис еще один минус по Досе. О, Моу отлетает без шансов. Просто буквально там по патрону
и Адрен погибает. Деннис, триплкил в этом раунде, Фнатики, седьмой раунд. И посмотри, темп игры очень и очень быстрый. То есть не пытаются гамбиты халдить и выходить на поздних таймингах, что отличается от их игры вчера или сегодня. Я очень хочу посмотреть, где их поздние тайминги. Почему? Либо они под Фнатиков подстраиваются, что Фнатики сами могут в какой-то момент заркадить и наступить тебе на пятки и убить тебя просто-напросто. Но я не понимаю, зачем? Гамбиты вчера отлично отыгрывали, сегодня хороший кейс показали. А сейчас торопятся, и Фнатики на стрельбе их выносят вперед ногами. Ну, это ожидаемо. Фаворитом этого матча ожидаются шведы. Как бы не старались гамбит после такой вот замысловатой зарубки. Cold9, я думаю, что для себя Фнатики многие поняли. Поняли, как играет в целом гамбит. И, этот не до конца рабочий ранбуст, до Сизиуса. Мог обернуться потерей одного игрока атаки. Да, если бы среагировал на том моменте GV, то да, там примерно секунда, секунды полторы находился персонаж, точнее моделька персонажа, можно было попасть, но вот все случилось, как случилось. Гамбиты, попытка взять для себя третий раунд в атаке на трейне. 5 калашниковых, снайперская винтовка пока не присутствует. Решили играть конкретно на средних дистанциях, не подставляться под снайперов. Но гранат, я так вижу, что особо немного, поэтому нужно выходить очень быстро под флешки и сработать крайне аккуратно. Тайминги, вот те самые последние уже секунды, наверное, на 20-й, может быть, на 30-й соберутся гамбиты выйти. Дося чекает, а зелень внимательно, тут лежит смоук, и нужно бы выйти. GV уже готов принимать Досю. Дося пробегает в смоках, ну и вроде все задуманное получается. Еще есть возможность даже пройти на сети. Тут у нас на пожарке хоббит, но тут сразу двое игроков будут встречать именно эту позицию. Ну и GV забирает Зевса, размен Кримза, размен также от Дениса и GV снова. Дося работает минусом по Олафу, но и GV, он фая вместе с Денисом остается вдвоем против Михаила, который неоднократно уничтожал Cloud9 на карте Декэш. Сейчас же Трейн, сейчас же команда Фматик, и GV делает минус 4 за раунд. 8-2, четырехкратное преимущество шведов, ну и, соответственно, Fnatic очень жестко доминирует пока на этой карте в защите, хотя мы видели много атакующих команд, которые прям реально набирали много раундов, и потом уже в защите испытывали большие проблемы, потому что команда соперника тоже в атаке что-то умела. Но гамбиты сейчас нам не показывают ничего, опять же, это их пик, поэтому за них что-то страшновато прям. Неспокойно, сердечко. Устали. Может быть, устали, потому что с клоунами матч был, да, 2-0, но не такой уж и простой, как может показаться на первый взгляд. Очень много ошибок было допущено, и уверен, что эмоций много было выпущено в том числе. А пока что раскидка Аплэнта, 4 тэкнайна, плюс АК-47 для Доси, выход на Аплэнт, минус от Адрена. Далее размен от GV, но пока что не поступает, его изолировали смоками, плюс 2 коннектор, и один уже на Аплэнте имеется, это Кримс, которому нужно убивать как минимум двоих игроков за красным вагоном. Плюс под окнами имеется Моу, которого каким-то чудом замечает. Крипсово там пяточка. Неплохо. Да, тут еще и GV зелени будет тоже искать жертву. Дося отъезжает от Олафмейстера. Флюша также делает свой фраг. Еще минус от Флюши. И вдвоем остаются игроки команды Гамбит. Никого не смогли разменять. Хоббит в смоках. Хоббит хочет кого-то найти. Но бомб has defused. И что творится на карте The Train? Фнатики на выбивании смогли обыграть команду Гамбит полностью. Находясь в меньшинстве, Фнатики створили чудо. Видно, что Фнатики возвращают свою форму, гамбиты, да, играют не очень хорошо, но сами по себе шведы тоже показывают индивидуальную игру на высоком уровне, быть может, их отдых действительно дал им плюс морали, и сейчас они хотят выйти в плей-офф Дримхака, ну, такое хотелось бы увидеть, все-таки давно у Фнатиков ничего хорошего не получалось, и вот сейчас гамбиты стоят на их пути. Гамбитов не явно лучшая форма, но, к сожалению, минус от Олафмейстера по хоббиту в очередной закупке обозначает лишь только начало хорошего раунда для команды Fnatic. А это может быть 10-й для Fnatic, уже обалденно гигантское преимущество. Вообще я не ощущаю гамбитов на атаке, на карте The Train, они ничего не могут, это взятые там форсы. Не форсы в начале, и потом Фнатики просто начинают давить. Я после этого раунда покажу табуляцию. И как просто жестко проходится Олаф, какой выстрел, такая реакция сумасшедшая. Но это же Олафмейстер, Бустмейстер, как пелось в одной из песен фановской.
Теперь вдвоем Гамбит, они полностью отрезаны от этой игры. Они не понимают, как им сражаться против Фнатиков. И я Фнатиков не узнаю, что они были вчера против Cloud9. И потом сражались против кого они там сражались. Скажи мне, тебе скажу. Они отдали... Вчера? Да. Они... Фнатики, блин, Фнатики. Не Клоуд9. А, Фнатики с CLG сражались как раз на допах. Да, они проиграли 31-28, вот. Как ты этот матч мог забыть? Ты же сидел вот. Да, я просто... Ну, это бывает, это старость того возраста уже. Вылетело из головы, да. Да, поэтому с Cloud9 они играли, с CLG были большие проблемы, но сейчас видно, что они на голову выше, чем Гамбит. Может быть, в атаке получится у них также неуверенно получаться или не получаться, но пока они выглядят очень свежо и прям вот фнатики-фнатики. Или Гамбитов как-то какая-то беда настигла, что мы их не узнаем. Хотя вроде бы убивает, но на голову выше Фнатики. Они там даже в прыжке еще перепрыгивают Гамбитов. Но очень странная игра, конечно, от Гамбит Гейминг. Тинкоук. Самое время. Ну, на самом деле, Гамбиты за сегодня исчерпали, наверное, все свои стратегии в рамках матчапа с Cloud9. Это было видно, но стрельба не подводила во многих моментах. Там, ну, вытаскивал Зевс тут как тут, но... Что касается нынешнего матчапа, что же сейчас делать со фнатиками, которые в обороне просто не чувствуют. Они бегают, стреляют, и главное, что они убивают, нежели команды Гамбит, которые, ну, отстают по фрагам, играют все в минус. Просто вот все как один. 13-3 GV, 14-7 Олаф Мейстер. Деннис также не уступает. Вот Кримс уже второй день подряд тоже не радует фрагами. 6-4-4, но это опять же за счет команды, которая убивает. И Кримс просто бегает и добирает то, что осталось. 5-6-6-6-7 фрагов. Зевс, да, все реально в минусе до положительного КД. Там только... А там все очень далеко еще. Там почти в 0-5 упирается... Статистика каждого из игроков, у всех там даже практически поинты одинаковые, но Фнатики реально сегодня прям могут. Эти АВПшки от Олафа и Джеспера, конечно, сегодня богоподобны, и это не, почему-то не контрят Гамбиты, хотя довольно банальные позиции, ну, не то что банальные, ожидаемые позиции от Фнати, где может выйти Флюша на верхний барыч, отстрелить там, выйти снизу, и Гамбиты просто с этим ничего не делают. Не откидывают стандартные, в принципе, молотов, не ждут игрока, который может выйти, то есть они что-то там бегают, прыгают через забор, но я их не понимаю абсолютно. Это совсем другие гамбиты, которые были на протяжении двух дней. Ну, насчет двух дней не знаю. Тут вроде как пытаются гамбиты что-то подстроиться, как ты уже говорил, пытаются как-то изменить ход игры. Но, к сожалению, стрельба фнатиков на уровне, и они возвращают свою старую форму. Не знаю, насколько сильно они закрепятся в таком ключе, но хотелось бы верить, что надолго. И вот тут есть энтрифраг для Моу, сразу же размена GV, и, в общем-то, ситуацию эту сложно будет в корне изменить. На Фнатике в размене пока что выигрывают, дают только Кримза, но это, опять же, не главный персонаж в команде Фнатик, хотя бы в данном матче. Но, а посмотри, что творится на Б-планете, тут уже Хоббит вместе с Моу практически прошли в спину, Флюшу забирают, как так пропустили Хоббита, я что-то даже пропустил этот момент. Пустой Б-плант, ну и бомба ставится, опять же, на ретейке должны Фнатики... Выбивать команду Gambit Gaming, GV, Олаф Мейстер, Деннис, все ключевые лица еще в строю, поэтому как с ними справятся Гамбиты, давайте посмотрим. Время уходит, диффуза у троих игроков защиты по-прежнему имеется, значит есть шанс на слоу перетейк, и есть минусы от Хоббита по GV, и далее перед парапетом умирает Олаф Мейстер, и предварительно Моу забирал Денниса 10-3. Ну, если будет 10-5 после первой половины, то, в принципе, получится все довольно-таки неплохо. Да, но вот на ретейке Фнатики немножечко не подрасчитали свои силы, не как-то не прочекали некоторые моменты и вообще пропустили в бэплэнд игрока атаки, при том, что там Флюша вообще даже не догадывался, что кто-то мог пройти, и это было упущением. Упущением защиты, так что Гамбиты молодцы. Большие молодцы, они обдурили оппонента по большей части и смогли организовать... Для себя раунд номер 3. Но JV на зелени просто царь. Он забирает каждый раз там кого-то. Практически не промахивается. Играет на верочку. Поэтому это прям вот его сегодня позиция, от которой он не может отказаться. Ну и два раунда до конца первой половины. JV вместе с Деннисом и
Кримзо на планете, плюс в парапете им хелпует Олафмейстер, и в соло снова принимает точку Б один лишь единственный флюш. Почему так? Ну, сложно понять. Команда Fnatic периодически рискует, отдает точку Б, играет от ретейка, но здесь команда Гамбит пытается переиграть даже самих себя, запускает вейв зелень и два через Б девятку. Успеет ли пройти Дося вместе с Зевсом, мы сейчас узнаем, причем Зевс даже с АВП. Да, много бывало интересных комментариев, когда Зевс брал снайперскую винтовку. Пока что Доси погибает, Зевс не реагирует. Олаф вместе набревает двоих, но не смог Данила отреагировать на вот снайпера, который был в интересной позиции. Флюша зажимает и зажим забирает жизнь двоих игроков команды Gambit Gaming. 11-3 у команды Gambit на последний раунд. Денег не так уж и много. Это только один девайс и остальные пистолеты, плюс 6 гранат, а может быть даже там 7. Прям, что праздник прям был на улице Гамбитов. Самое прикольное, что как бы не ошибались Гамбит, Фнатики к этому готовы в любом случае. Так что здесь, ну, ребята подготовились на максимум, это понятно все-таки. Фнатики сыграли вчера один матч, да, и в итоге победителем вышли. Поэтому они уже сражаются за выход из группы, а тут... Или два матча. Два матча, скорее всего, они сыграли вчера. Они победили Cloud9, и потом в Венерах они проиграли. Проиграли Телге. Да. Да, все. Поэтому они Телге начинают уже в сухую практически приняли только что на Сапленд Фнатики. Ну, нечего сказать, команда Гамбит в атаке на трейне сыграла самую худшую атаку, наверное, одну из худших атак в своем исполнении на трейне. Ну, не хотелось бы видеть такое, конечно, в матче за вылет, в матче за выход в плей-офф, но будет еще одна карта. Да, безусловно, трейн взяли Гамбит, но, как видите, Фнатики готовы. А что будет на Инферно? Что приготовили шведы на вот этом нереальном огне? Я не знаю, что будем делать. Будем смотреть и надеяться на лучшее. Да, тут, конечно, я даже не знаю, что посоветовать Гамбитам. Возможно, не так, есть такое слово, угарно действовать в некоторых раундах. Но вот много мы видели, как ребята из Gambit Gaming просто брали, рвались в бой. И всю эту движуху Фнатики воспринимали, потому что не было вспомогательных моментов. Опять же, я отношусь к Грантам очень положительно, но Гамбиты почему-то время от времени на них забивали просто-напросто. И хочется, чтобы все активы Гамбит использовали в любых ситуациях. Лучше все-таки выкинуть гранат, нежели остаться... Вернее, умереть и остаться с полным набором гранат. Это же бред полнейший. Ну вот, дважды они нам, по-моему, показали. Вот я помню два момента, может быть, было еще. Просто не все нам могут обзорверы показать и все успеть. А может быть, просто слишком быстро летит игра, и поэтому обзорверы стараются, но не все получается. Тоже такое бывает. В общем-то, ладно. Пистолетка вторая половина. Да, Гамбиты принимают точку Б в лице Доси. И на хелпе ему играют вдалеке Адрон. В идее, раунд может получиться интересный. Раскиду у команды Фнатик остается лишь две флешки. Смок уже улетел в сторону коннектора. И занятие планта прошло довольно-таки продуктивно. Хотя, по-прежнему, игроки защиты так же живы, как и террористы. Минус от Доси, минус от Мол. Защита на секунду. Бомба установлена. Минус от Кримза по Досе. В упоре рядом с Кримзом. Игра у нас Мол забирает, он его же. Но и Деннис вместе с Флюшей вдвоем против четверых. Все равно крайне сложно Гамбитам выбивать. Флюша погибает. Раунд для команды Gambit Gaming. Но как покажут себя на девайсах, это главная и важная составляющая. Потому что Фнатики тоже хитрые бобры. Они используют максимум своего потенциала. И если это было вчера не так сильно заметно, то сегодня я вижу, как они в защите отрабатывают довольно агрессивно, грубо в некоторых моментах. Но сейчас это атака на трейне. И что-то я побаиваюсь за Гамбитов, что реально Детрейн может уйти Фнатикам. Может быть, это какая-то была тайна от Фнатик, которые готовили Трейн и просто никому не показывали. Но... Не то, чтобы его готовили, они его всегда играли. Это само собой, просто очень форма, сильный. Опять же, да. Может быть, вспомнили старые какие-то заготовочки и решили просто сыграть как-то по дефолту, и это заехало у них на 12 раундов за защиту. Ой, Данька открывался сейчас на Дениса, мог пострадать очень серьезно, но Мол разобрался, благо, и 4 последних игрока атаки отправили в сторону базы Б, где все это дело принимает Доси вместе с Адрамом снова. Ну что, Доси на примочке верхнего парыча, на нижнем также есть двое игроков, Адрен с Досей минусует еще двоих, и только GV не дает ему поставить бомбу.
Тоже пытался действовать хитро, чтобы хаешка или молотов не залетели ему прямо под ноги, поэтому решил вставить плент под вагон, но там уже вышел игрок дефенса и разобрался с ним. 12-5 за гамбитами числится. Два фармгана, одна муха, две эмки и фнатики за счет того, что план поставили, готовы также воевать с девайсом. Именно три калашниковых, два галила и раскидка тоже у фнатика имеется. Будут закидывать аплент, но заходить туда будут не сразу. Хоббит со смоком очень агрессивно выходит. Вот этого гамбитам, наверное, не хватало. Флешка пошла, хоббита должны забирать, и не готов был к этому хоббит, к сожалению. Тут еще лофмейстер не отдается, получает только с ССГ-08. И ох ты, Моу. Двоих уже бьет, оставляет двоих очень красными. Третий, давай следующего подвози. Ну он может, может, если захочет, но перестраивался уже на сотку, где сидит Флюша. И по идее, опять же таки, раунд, который пытается навязать фнатики, может получиться. Снова лоу хп, причем у всех 27, 28, 29, своеобразная лесенка. Чисел. И потеря еще и Моу на апленте, в итоге Адрен. За тройкой под окнами Зевс в районе верх-низа забирает Кримза, и все красные. 29 два раза и 28-27 хп соответственно. А вот этим пользуются гамбиты, влетают уже головы из эмки, из галила. Остаются двое реально очень красных шведов, и, по-моему, может все провалиться. Там даже Моу пишет, ты, говорит, а, я, говорит, снял 200 хп всем. Интересно, да, Моу троллит, а так получается, три выстрела, 200 хп просто убирается, и это очень жестко. Ну и тут уже гамбиты просто добирают оставшихся выживших, даже покалеченных, и там еще гренами что-то влетело, прям очень страшно, там даже MVP, по-моему, выписали Моу за все это, или там какая-то была статистика нижняя, не успел прочитать. А вот есть нижняя статистика, о, или ты Ну не нижняя статистика, а то, что под MVP пишется, а, это да. Вот, нет, да. Я не заметил, нет. Там было написано, что 287, по-моему, было снято. Ну хорошо, 287 урона, но и знаешь, если бы не его тиммейты, скорее всего, раунда они проиграли таким образом. Но он подготовил почву. Он почву подготовил. Да, да, это понятно, но это не всегда работает. Иногда даже одно хп может дать парочку маслин, и ты с этим ничего не поделаешь. Да, 12-6, фнатики без девайсов, гамбиты все ближе и ближе к тому, чтобы хотя бы сравнять счет, либо подобраться к счету 12, можно, наверное, будет ошибиться, если не будут погибать, то экономика будет на уровне, правда, уже ошибается Данил Тесленко, и опа, Моу промахивается, опять же, нужно аккуратнее быть гамбитом, фнатикам ничего не стоит этот эко проиграть, вылететь с пистолетами и просто сыграть на дурочку, чтобы попробовать. А вот гамбиты могут потерять свои девайсы, поднимут их фнатики, ну и на этом разговор может быть закончен. Фнатики опять же начнут забирать свои раунды и карту Детрайн под себя и подожмут. Уже предположения пошли, что 16-6, и в принципе это вполне возможно, если гамбиты реально подзальют. Эх, этот раунд подзалить будет, но очень сложно. Моу стоит на прочеке, плюс Адр нам хелпует, если что, за тормозов. И, в общем-то, раунд сейчас команда, ну, гамбит должен забирать вероятностью 80% против пистолетов, которые в большинстве случаев без армора. И зелень один вверх-вниз, уже Хоббит получает свой дэмэдж, разменивает лофмейстера. И далее подрубается Адрен, делает минус 2, и финальный минус, скорее всего, оформляет Адрен, в том числе минус 4 в его исполнении на экономическом раунде команды Fnatic. И шведы дают трещину. Камбэк пошел. Да, ну и гамбиты, посмотри по деньгам, в случае поражения даже вот Fnatic в этом девайсном смогут закупиться, Адрен даст дроп Данилу, и в принципе все будет у них нормально, может быть даже какие-то засейвят, но не будем говорить о плохом, может быть гамбиты реально за сторону дефенса отработают немного лучше, чем за атаку, пока за защиту обе команды сражаются намного лучше, чем за противоположную сторону. А пойдет ли? Хотелось бы верить, что АВП в атаке появится. Ну, появится ли GV АВП в атаке? Защиту он показывал минус 4 неоднократно уже на приемке Асайда. Уже на атаке ему не так комфортно себя чувствовать, но чуть погодя, я думаю, появится это снайперское чудо, а может быть даже и тимтоп, как сделали гамбит своевременно. Но это уже, главное, чтобы это не привело, как в прошлом нашем матче, в прошлой карте, где при счете 14-8, по-моему, да, все-таки решились там у нас игроки команды Moe Sports, да, взять Team Talk, что-то сработало, но это было недолго. И счастье длилось недолго. Главное своевременно, и вот влезать там нужно тоже через лестницу.
А долгий раунд от Фнатика. Гамбиты играли серьезно, очень-очень быстрые раунды за Т-сторону. Сейчас же Фнатики не торопятся, у них были быстрые раунды, они их попробовали, и гамбиты это пресекают на корню. Только один раунд получился по итогу, один же раунд получился у них. А, даже вообще ни одного раунда Фнатиков не получилось. Поэтому... Но быстрый выход? Да, но они же пытались, проиграли последний раунд, потом еще форс, два... А, там было два девайсных, тоже получается третий девайсный для них, если не ошибаюсь. Но все-таки второй. Там просто эти закупки ломаные постоянно работают, и тут, кстати говоря, выход от GV по Хоббиту, размен от Моу с Зевсом, и проход на Аплэн снова приостанавливается благодаря работе Моу и Зевса. В общем и целом, но 2 в 3, минус также от GV по Моу. 2 в 2, выход с коннектора от Адра на плент, времени всего ничего, а время-то лол, третий или четвертый раз за сегодня, когда террористы не могут поставить бомбу. И Дося просто спрятался на шартах и еще может разобраться с GV после окончания времени. GV 950, Олафмейстер закупился или ему дали? А, Олафмейстер просто 500 выжил. У него был, он тоже да. После таймера, да. Он просто после таймера, это, конечно, провалиссимо. Но гамбиты молодцы, не дали Фнатикам разогнаться. Убили, в принципе, бомбкерри. И потом уже как-то Фнатики подзабили на бомбу, но времени по итогу совсем мало осталось. И просто шведская дружина не смогла реализовать этот раунд. Пятый раунд у нас получается за Gambit Gaming. Фнатики могут еще и такой форс тоже отдать противоположному коллективу. Соответственно, шестой тоже за гамбитами может быть 12-9, потом еще один девайсный. И если бомбу не ставят Фнатики, то денег не хватит на полноценный бай. И там уже вот-вот подбираемся к равному счету временному. Так что гамбиты могут. И смотри, реально, атака здесь у коллективов практически нерабочая. Хотя вчера мы видели с Crystal Mem совершенно другую картину. За атаку получалось все, за защиту ничего. Может быть, так задумано? Может быть, просто стили игры на... такие. А может быть и команда, да. Не очень подходят друг другу, но как бы то ни было, сейчас пистолет с армурами плюс АК-47 от Лофмейстера. Зев снова жмет мидл, ну вот не учит его ничего жизни. Вот, Данька, ну не надо так открываться на сотку. Денис в очередной раз поймал его на поджимке. И снова потеря. Потеря капитана в рядах команды Гамбит. А времени остается всего ничего, 40 секунд на выход. Да, еще меньше для остановки плента, тем более, что Фнатик до сих пор решается, но, вероятнее всего, будут подготавливать аплент для выхода, хотя на Б они тоже успевают. Я даже помню, как Степа Шульга измерял возможность и время, сколько нужно добежать от Т-спауна до Б-плента, и там примерно секунд, наверное, 17-18 нужно, чтобы переместиться, и это установка плента, соответственно. То есть могут еще такое реализовать, но это все-таки выход на аплент, даже без раскида. Коловмейстер наказывает Адрена, тут же ему еще минусует вместе с Хоббитом двоих. 3 в 2. 3 в 2. Коллектив Гамбит имеет два девайса. Хоббит крадется, у него очень хорошая позиция, и нужно кого-то найти. Нужно кого-то найти, убить. Кримс уже готов принимать голову оппонента, но Кримс не справляется. Тут же еще Коловмейстер не совсем тайминго выходит, погибает от Хоббита, и теперь уже для Дениса миссион Impossible наступает. Да, и он открывается, но одного ставит хедшот просто в полете. Хоббит решил задефузить на... Тупого, что ли, пойти? На... Да, не смог, между прочим. А Денис даже о таком думать не мог. Вот такие дела. Порой шведы в таких вещах очень-очень осторожны. За счет чего наши коллективы, ну, не то чтобы ниже дефуз делать, но просто дефузит на, как бы, на мужика. И это правильно. Но там немного не досчитал Денис по таймингам, к сожалению, в этом моменте он вышел на 5,5 секунде от того звука, как был дефьюз, поэтому немножечко прогадал, можно было выйти чуть пораньше, либо убить, либо хотя бы напрячь и еще потянуть много времени, потому что ты мансуешь за вагоном и все, возможно, Дося с UMP-45 пошел агрессировать, но смог забрать только одного, если бы еще и Денис подставился, там бы, конечно, этот выход оправдался на 100%, JV! Уже в спину нашивает по Хоббиту. Выход на плен состоялся от Джесс Провексела. Но пойдет ли дальше коллектив Фнатик? Вот только-только начинает свое движение все вместе. Как же GV чувствует? Он находит Зевса. 3 в 4. Команда Гамбит в меньшинстве. Но это еще ничего не значит. Ну как-то ничего не значит. Бомбу надо ставить. А, все. Вот теперь, да, точно начинаются проблемы. Вот сколько раз мы с тобой видели, что вот бомба доходит до плента, а в итоге ее не устанавливают. Это постоянная проблема команд. И вопрос, наверное, почему такие открытые позиции занимаются, раз так просто выбивают эту чертову бомбу. И в итоге остается один лишь против двоих. Хоббит, говорю, Моу.
Хоббит-то уже отстрелял свое в предыдущем раунде, да? Ну и для Моу тут, ну, все непросто. Бомба стоит на пленте. Один сместился на коннектор второго человека GV. Заметить будет довольно-таки проблематично здесь, хотя он выйдет на него, в принципе, в открытую. Да, GV замечает оппонента. Слишком длинная винтовка снайперская, поэтому вылезает дуло, и ты уже ничего не можешь. GV должен забирать оппонента, хотя Моу ноузумом отлично справляется. Полетел смок на шарты, но времени не хватает, чтобы задефюзить бомбы, да и китов у Моу на руках тоже нет. Раунд номер 13 для Fnatic, но гамбиты наколотили себе денег. Нет, ты посмотри, там экономика тоже на уровне шарфика, это максимум 2 девайса, но может быть 3, если дропнет еще и Моу кому-то, он должен, по идее. Вряд ли будут играть гамбиты с одной снайперской винтовкой, хотя по деньгам у них тоже может хватать. И вот берут паузу. И гамбиты и Даня будут вместе со своей командой просто думать, что делать дальше. Но все-таки пошли дропы, так что гамбиты будут решать, как действовать на этом форсе. А теперь рассказать самую интересную фишку. А ну-ка. Гамбиты брали в первой половине паузу уже. Угу. И у них снова 2 минуты. Ну, значит, в каждой что половине. Это DreamHack. Ну, DreamHack. Ну, мы с тобой, как обычно, наши правила не почитали, а на самом деле. Мы их попозже это написано узнаем. Где-нибудь там, там где-то внизу, просто самыми мелкими буквами, там, как обычно пишут в шрифте, типа, вот. Паузы разрешены каждой половине, как бы по 2 минуты, и вы такие, а, нереально тупо. Ну, классно. Классно сделали. Да, на DreamHack совершенно ESL... другие правила, нежели чем на ESL или там на Faceit, поэтому здесь вот свои правила, свои нравы. Моя игра. Да, она только мне принадлежит. Ну это уже да, Фнатики да. Там пропивают под себя, только да, на шведском. 4 раунда разницы. 3 раунда до победы или 4 раунда разницы. Гамбиты, проснитесь, самое время доказать. И вы, работяги, дайте, пожалуйста, шума в чате за гамбит или же за Фнатик, за кого вы там болеете. В любом случае, исход этого матча будет довольно-таки интересный. И Дося уже начинает поджимать базу Б. В общем-то, тут встречается с какими-то смоковыми воинами. Это как Star Wars, только это смок свой. Как бы все нормально. И как бы есть минус от Денниса по... Неплохо. 5-3. И ситуация уже как бы плачевна для команды Гамбит. Это видно. Ну, только если Моу не включится в игру, если на него кто-то выйдет, Моу вообще у нас бегает где? Это не то. Вот. Моу на пленте. Но Фнатики-то собираются выйти на Б. И вот уже Моу, если принимает хотя бы одного, потом еще попытка забрать кого-либо. Но шансов меньше у другого игрока команды Гамбит из выживших. Хоббит с UMP-45, он вообще очень далеко. А Дрен также в неудобной позиции, поэтому только Моу его закидывает флешками, смоками. И Фнатик практически на халяву заходят, там байтят. Моу на выстрелы, Моу промахивается дважды, его убивает, и это уже точно раунд для команды Fnatic. Будет неимоверно сложно, прям квест на миллион какой-нибудь, не знаю, на третью профессию для гамбит, но это нужно просто идти сейвить, может быть даже найти снайперскую винтовку, которую потеряла Моу, и потом уже с ней убегать на зелень, либо же на террасский спаун куда-нибудь. Какая интересная хаешка, неправильная какая-то. Ты вот сказал про квест на миллион долларов, я сразу про чемпионат по Quake вспомнил, который недавно анонсировали, поэтому вот задумался. Да, там даже Ухо собирается участвовать, насколько я помню. Да, 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 я тоже записался уже на первую квалу 1x1, 29 июня будет, так что если кто не в курсе, заходите на ESL, смотрите, там вроде есть какая-то информация. Но это отхождение от игры. На самом-то деле 14-9 и уже 2 раунда до победы команды Fnatic. Ну, это очень и очень сильное заявление. Экономика в гамбитах просто никакая, то бишь нулевая. И с этим вопросом нужно выйти в интернет, узнать, как же дела у гамбит. А что имеет гамбит? Форсбай, попытка хотя бы что-то зажать. Есть одни киты, граната тоже есть, только один фармган у хоббита, но... Не знаю, нужно гамбитам стать как-то очень-очень агрессивно и потом уже с этим пытаться что-то... Вот, вдвоем Зевс и Дося поджали, забрали девайс, но это правда всего лишь МАК-10, но все равно эта агрессия оправдалась и все у гамбитов получается. Хоббит сражается, оставляет Денниса очень красным, тут же еще хаешка полетела в сторону остальных. А Дрен минусует Олафмейстера, 3 в 3, Джеспер Вексел отвечает фрагом, но... Но Деннис, 13 хп, Кримс сейчас может Зевса подловить, если Зевс пойдет на прочек, но нет, ошибается Кримс и чуть сам жизни не лишается.
Вот Данил Тесленко. 3 в 3. Фнатики на буквально волоске от того, чтобы выиграть. Дося с Магнесятом просто закрывает флоу от GV. Как ни крути. Минус от Дениса, по-моему, и Доси. В итоге 1-2. Остается Зевс. И вот вы все кричите на Зевса. Вот типа все, 5 раундов. Закончилась мана для Зевса. Но он-то сейчас остается 1x1. 7 хп против 13. Пистолет меняется. И попадание любое. Что с Калаша, что с Глока, что с Успа будет выигрывать этот раунд. Ух, валидольчик-то наступает. Реально для гамбитов этот раунд очень важен, если Данил затащит. Но он пока не понимает, где находится Денис. У Дениса есть возможность пройти на КТ и на Б-плент зайти. Также на плент все пути открыты, но выбирает он все-таки Б-плент и пойдет уже туда. На шифтах 23 секунды остается. И Зевс, ну... Нет, не услышит, потому что Денис успевает просто на шифтах пройти в плент и поставить эту самую бомбу. Данила, тащи. Главное, не забыть поставить ее. Да. Это очень важно. Данил слышит и понимает, что бомба на Б-пленте. Все. Понеслась жара, девайс и 13 хп против Юспа и 7 хп. Это... Нет. Это вот даже без интриги. Квадрокилл для Дениса. Да. Ну не то чтобы без интриги, на самом деле Зевс сделал все правильно. Оставался в коннекторе, ситуация у него была очень-очень непростая. Угадать такое, ну разве что каким-то авангам удается на 100%. Ну а что по итогу, 15-9 и команда Fnatic. Как мне это не прискорбно говорить, но похоже побеждает. Все мы в душе когда-то болели за Гамбит, но сейчас Фнатики действительно хороши, и это тоже мне очень-очень симпатизирует. Конечно, когда легенды Counter-Strike падают, не знаю, то ли желанием, то ли духом, то ли чем-то еще, расстраиваешься очень сильно, потому что пропадает реально очень хорошая команда. У нас тут вообще какая-то аннигиляция от Гамбитов. Фнатики ложатся вчетвером, только один Крымс остается в живых, но надолго ли вопрос, убивает. А Хоббит остается очень красным, прострел... А через стеночку, и ох ты, Зевс бы мог тут еще и пострадать. Хаешка еще оставляет меньше хп, и опа, Кримс просто выкидывает снайперскую винтовку, понимая, что тут уже никуда не уйти. Перед лицом Зевса, между прочим. Что да, вот да, Зевс, да. Это видел, как там АВП летит. Вот это вот самое главное просто. До последнего не давать гамбитам заиметь экономику, как минимум. Сейчас закупка, в принципе, у Фнатика может появиться, и они ее оформляют, знают, что... Хотя им что, им в любом случае нужно один поинт взять. Так что тут закупка, не закупка от Гамбит следующим уже, в принципе, не может. Да, вот тут уже нужно, как в последний раз, бороться. Еще раз напомню, друзья, что это первая карта противостояния Fnatic и Гамбит. Победившая команда в этой серии отправляется в полуфинал, где уже три команды ожидает. Четвертую, соответственно, проигравшая команда получает там, по-моему, 7,5 тысяч долларов или даже поменьше, около пятера. И просто вылетает, будет смотреть уже матчи полуфинала и финала на креслах, а кто-то просто поедет готовиться дальше, потому что у Фнатиков там намечаются турниры в дальнейшем, и СКА там тоже куда-то собираются, буквально через неделю, может быть, даже дня через три. Гамбиты принимают команду Фнатик, Хоббит оформляет уже двоих, и Моу перед смертью оформляет один фраг. Команда Фнатик очень битна, двоих... 50 хп, Зевс, ну не нервничай, все же хорошо. Олаф Мейстер все-таки погибает и взрывает там еще и флюшу. 15-11, гамбиты. Вот теперь дают нам интригу. Между прочим, трешку проигравший в этом матчапе получает. А победители как минимум десятку. За первое место 50 тысяч, за второе 20, за третье, четвертое по десятке, и пятое, шестое, три, соответственно, седьмое, восьмое по две. Я секундочку вас покину, мне нужно открыть дверочку, поэтому, Андрей, прошу вас. Так, да, давайте, пока что у нас здесь, по сути, простой экономический раунд. Фнатики ничего особенного не придумают, у них есть какие-то пистолеты, у них есть один смоук, с которым можно было бы выйти по-быстрому на базе Б и рассчитаться, но вот мне не очень нравится, что номер 5 флюша АФК стоит, это как бы... ну это ненормально. Хотя вот он возвращается, думаю, что в принципе этот экономический раунд по сути особо никак он не зарешал со своим глоком. Ну да ладно. По-прежнему имеется минута на руках команде Fnatic. Нужно сделать хотя бы парочку минусов, заставить экономику Гамбит несколько пошатнуться. Но и с выходом, как они будут медлить, непонятно. Тут вопрос, наверное, больше от Гамбит. Как те пойдут на подпуш или не пойдут? И вот он смог на 9 даже, а не на нижний выход. И спокойнее занятие точки Б. Уже под большим вопросом минус за Доси. Спреем по Денису. Адер также ему хлопой забирает Кримза. Дося просто сжигает GV, убирает Олафмейстера и... Ну, Адрен
просто вот закрывая также и флюшу на пленте. В итоге Фнатики поставили бомбу, 15-12, 3 раунда разницы, а экономика атаки вроде как возросла. Так и здорово же действует Гамбит, они не потеряли никого в случае, не знаю, даже какого-то клатча, если выживет один из игроков команды Гамбит, то будет бай практически у всех игроков, что очень немаловажно, потому что Фнатики берут в руки Калашниковый, соответственно, если Гамбиты забирают это, то вероятнее всего и 14-й, потому что лустрик всего лишь 3 раунда для Фнатик, и потом решающий раунд при счете 15-14, в принципе, очень даже реальный расклад вещей, только Гамбиты могут это... подтвердить своими действиями. Зевс, интересная подсадочка. Вряд ли такого ждет Оловмейстер. И Зевс ее реализует. Отличная комбинация от Gambit Gaming. Но, правда, до этого потеряли Адрена. Хотя и тот успел Кримза поднабить. 13 хп остается у него. Очень красный. Ну и Гамбиты понимают всю важность данного раунда. Если не сейчас, то уже, по-моему, даже никогда. Вот это вот никогда меня очень смущает, потому что сейчас Фнатики действительно могут встрять. До доп остается всего ничего, снова раскид Б нижнего, и выход на сайт, минус от Доси, минус от Моу, минус от Денниса, серия разменов 3 в 2. Меньшинство для Фнатик, они стянули всю защиту на базу Б, и Деннис в очень сложном положении, перестреливает Зевса, подбирает ВП, остается будучи в клатч ситуации, 2 в 1. Зачекает ли он Моу сразу или нет? Вот в чем вопрос. Так, падает вниз. А Моу вообще смотрит нижний? Да. Я думал, он его видел по радару, между прочим. Вот тут такое. Ой-ой-ой, опа, как а же вот и Моу сегодня байтит. Да, вот зря Моу открылся лишний раз. Если это сейчас будет 16-12, я думаю, Моу, ну, расстроится как минимум. А тут еще и Калашик подбирает. Деннис замечает Хоббита. Близи, плунта, елки-палки. Как же это больно. Хоббит... Не ошибайся, не выходи первым. Не торопись. Ван тап. Вы этого не слышали. Вы этого не слышали, в общем-то. Спасибо за коэффициент, как бы, Гамбит. Вот. Ну, а мы с вами увидим следующие карты Инферно. Уже заготовку от Фнатик, 16-12. Гамбитов жалко, действительно жалко. Вот в таких моментах, ну, как-то не дотянули, не смогли. И в итоге будут сражаться уже на мапе соперника. Посмотрим, чем это обернется. Да, друзья мои, еще раз напомню, что смотрим мы с вами DreamHack Open Summer 2017, команды Fnatic и Gambit. Пока что пик оппонента забрали Фнатики, ну и, соответственно, посмотрим следующую карту, уже сами Фнатики будут отбиваться на своем поле, так что, ну, Gambit...